Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео хотелось бы показать вам один кусочек, который я услышал в композиции Сергея Шнурова. Называется она «Судьба». Ну, сама композиция звучит в фильме «Бумер». Я уже показал оттуда вступление. Вот я уже почти сделал аранжировочку основной темы, основной мелодии. Вам покажу ее чуть позже. Но вот этот кусочек, он мне привлек внимание. Я думаю, интересно его будет поиграть просто даже как упражнение. Ну и звучит он довольно-таки красиво. Можно играть его медиатором. Играем его по одной струне только. Можно играть, вот, чередуя указательные средние пальцы по очереди. Самое главное играть по очереди. Итак, что у нас здесь происходит? Он состоит из двух частей. Первая. То есть мы играем здесь через открытую струну. Начинаем с первой открытой, потом первой на седьмом, потом опять первая открытая и первая на восьмом. Это можно все указательным пальцем играть. Потом опять открытая первая и первая на двенадцатом мизинцем. Еще разок медленно. 0,7, 0,8, 0,12. Потом опять 0 и 10 лад. Еще повторим. 0,7, 0,8, 0,12, 0, 10, 0, 8, 0, 7, 0. Еще разок, медленно. Ноль семь, ноль восемь, ноль двенадцать, ноль десять, ноль восемь, ноль семь, ноль. Еще, ну, ноль не буду диктовать, ноль — это открытая струна и цифры — это лады. Семь, восемь, двенадцать, десять, восемь, семь. Все через открытую струну. Просто вам запомнить этот ритм, как вы заметили, немножечко не очень ровно играется все это. Та-там, 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 та-та-там, та-там. Медленно. Вот это первая часть. Ну и переходим ко второй. Мы остановились на открытой струне. И начинаем еще раз опять с открытой струны. 0,8, 0,12, 0,8, 0,7, 0,5, 0,4, 0. Вот это вторая часть. Ноль восемь, ноль двенадцать, ноль восемь, ноль семь, ноль пять, ноль четыре, ноль. Вот это вторая часть. Открытая восьмой, открытая двенадцатый, открытая восьмой, открытая седьмой, открытая пятая, открытая четвертая, открытая. И закончили мы на первой открытой струне. Сейчас я вам поиграю еще вторую часть медленно. Ну и играются они просто, чередуются. Сначала первая часть. Потом вторая. И потом опять первая. Вторая.
Ну, теперь я поиграю, чтобы вы потихонечку запоминали. Поиграю медленно первая, вторая, первая, вторая. Вы, если уже запомнили, можете поиграть вместе со мной. Еще разок. Медленно. Ну и так вот чередуя. Очень хорошее даже как упражнение сама по себе вот эта мелодия. Еще раз повторюсь. Как уже сказал, можно играть это просто пальцами правой руки, либо используя медиатор. Вот если вы будете играть медиатором, то обязательно нужно чередовать вниз-вверх все время. Там основная мелодия идет, я уже почти сделал на нее аранжировочку, я потом покажу, мы такой сыграем на нее легкий фингерстайл. Ну, на самом деле, вся эта композиция, она звучит практически на одном аккорде. И так далее. Вот это основная мелодия заглавная. Ну и вступление, которое мы уже выучили. Когда заканчивается первая часть, заканчивается она на первой открытой струне. И потом следующая часть, она тоже начинается с первой открытой, поэтому когда стыки частей, у нас там получается подряд две первых открытых струны. Вот, вы вот это учитываете, сейчас я еще разочек сыграю, и вот это, покажу это место. Раз, два. 0 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
Обратите на это внимание. Вот. Ну и сам ритм. Та-там, 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 там-там, там-та-там, та-там, та-там, там-там. Вот такой вот ритм. Thank you.
На этом все. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.